А сейчас на сцену приглашается наш специальный гость. Идегути Дзэнзи, главный тренер Государственного университета города Нагоя, судья международной категории, обладатель 8-го дана. Встречайте! Сейчас на сцене происходит демонстрация яйдо. Как мы уже с вами знаем, это искусство мгновенного обнажения катаны с последующим ударом. Оно возникло в Японии в 17 веке. Основу яйдо составляют техники извлечения меча, поэтому все формы начинаются с мечом в ножнах и представляют собой предустановленные последовательности действий в различных ситуациях. Первым движением почти всегда является извлечение меча, которое переходит либо в режущий удар одной рукой, либо в парирование, если это необходимо. За ним следует один или несколько, в зависимости от числа противников в заданной ситуации, режущих или колющих ударов. А завершается ката ритуальным стряхиванием крови с клинка и возвратом меча в ножны.